Накануне Светлого Христова Воскресения в храмы Барнаула наведались сотрудники МЧС. Правда, не с целью исповедаться или присутствовать на службе. Причина другая, тоже очень важная – посмотреть, как в храмах и церквях соблюдаются правила противопожарной безопасности. Вернете очку, срываете пломбу, далее направляете на очаг пожара. Инструктажи для тех, кто будет присутствовать во время пасхальной службы, прежде всего. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют также наличию планов эвакуации, свободного доступа к местам выхода из храмов, проверяют источники водоснабжения за пределами зданий. Объясняем, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. А еще предупреждают прихожан, что нельзя приближать пламя свечи к одежде, головным уборам, волосам, задевать подсвечники. Всего на территории края на контроль взято 89 церковных объектов. Непосредственно во время пасхальных торжеств пожарную безопасность будут обеспечивать более 2000 человек и свыше 500 единиц техники.